Я думаю, что провели очень хорошую игру и заслуженно выиграли. Я поэтому очень счастлив. И не только я, но и вся команда и болельщики. Поэтому я думаю, что это поднимет нам нашу уверенность. И так пойдем дальше. Мы имели больше преимущества. А к концу первого тайма мы вообще как бы завладели игрой. Я считаю, что у Краснодара не было каких-то там супер опасных моментов или там выхода. Были некоторые подачи с флангов, ну, как бы мы их ликвидировали. Вот, ну, потом плюс этот пенальти, да, как бы странный. Вот, ну, что, самое главное, что вовремя собрались, что руки не опустили, играли в свой футбол. Пытались как бы, да, не упускать эти нити правления игры. Как бы мы направляли игру. Понятно было, что во втором тайме Краснодар будет играть от обороны. Вот, но мы дожали, как бы своего добились. Какая твоя бомбардирская норма? Год. Один. Одного мне всегда хватало. Проведение сегодняшнего матча было под угрозой. Наш новый газон прошел тяжелейшие испытания. Как, по-твоему, справился? Я думаю, что справился очень хорошо, потому что сейчас даже после игры газон отличный, поэтому без вопросов.